Гомельская областная филармония урочисто открыла новый концертный сезон. По доброй традиции знаменальную творчую подею провели у Международный день музыки. На сцене громадско-культурного центра разгорнулся неверогодный по прохожести и видовищности святочный вечер, який объединял все творчие коллективы установы. У великим концерте так само задейничали и запрошенных российских артистов. У программе музычная спадчина айчинных и замежных композиторов, духов классика, лиричные романсы, популярные эстрадные и народные композиции. Усё, чем можно здивить, уразить и порадовать публику. Глядачам подарили по-сапраўднаму грандиозное шоу, натхненное фантазией и марой. У новым 52-м концертном сезоне Гомельская областная филармония мая намер реализовать шерах новых музычных проектов. Например, зараз уже ведутся суместные гастроли с артистами Абл Драм Театра. Концертная программа по «Памятая свет выратаваны» примеркавана до святкавання 75-годдзя вызвалення Гомельшчыны ад немецка-фашистских захопнікаў у Вялікай айчыннай вайне. Яна будзе ладзіцца як у гэтым, так і ў наступным годзе і ахопіць усе районы в области. До таго ж, зараз артысты філармоніі рыхтуюць масштабны музычны праект з удзелам замежных артыстаў. Уже буквально через 3 недели оркестр представит свой новый проект, который называется «Тенорисими». Это международный проект, в котором участвуют артисты из Украины, России и Израиля. Это очень интересный проект. Прозвучат известные арии оперные из оперет. Но что самое интересное, они прозвучат в современных каверных переложениях.